Там нельзя снимать. Вот Аня. Голуби. Вот Саша показывает. Там голуби. Вот мы встряли здесь, в таком месте. Саша пошел на разведку. Ищет, где мост. Мы попали в лес. Ребята. Мы ищем, как перебраться на ту сторону. Конечно, вон, ты не в Молдове. Господи. Идем, идем. Что это? Вдули. Юрий! Женя! Потеряли Женю. Там нет моста. Кто-то за нами идет, по-моему. Да-да-да, вон там идут люди. Значит, мы... Аня как Ленин. Мы залезли вот сюда, вот. Это... Мы думали, что здесь есть тропка, но она такая, не очень. Ребята отказались пойти, мы тоже отказались. Саша решил полезть, смельчак. В общем, это, вот такой вид. Вот в той церкви мы были. Мы находимся сейчас в ущелье, в котором течет река Рэл. В котором все река Рэл было. И они хотят пойти сюда. Вот такая вот здесь природа. Вон еще туристы идут. Козы наступают! Ну, нас наступают козы. Не ссыте. Мы как будто в Швейцарии, знаешь, какой-то. А, они все хамсы! Бе-е-е! Кыш! Кыш! Фу! А как же заходи. Аня выгоняет коз. Сейчас там еще если закрывает. А, еще одна. О, да, мне. Это реально, это круто. Поставил плитку, Рома, вдоль стены. Вот такой вид вот отсюда. Открывается на старый архей. Просто сказка. Вот это вид, это сказочный вид. Здесь надо просто побывать, чтобы понять, насколько это мощное место. Твои впечатления? Горит. Твои? Арина плачет. Настало время для видосика. Мы приехали на другую сторону каньона. Мы сегодня облазили со всех сторон этот каньон. Да. Ну, так приехали вообще. Приехали почти на закат. Еще немножко побуждать. Там лазит Александр. Его фоткает Андрей. Привет! Аня крута! Give me wings to fly.